Очень часто люди отдают на заточку свои кухонные ножи, и не только кухонные. И когда интересуешься у людей, как вы их правите, а когда они приносят на заточку ножи свои через 2 месяца, через месяц, по новой, интересуешься, есть ли у вас дома мусат, да? И, ну, люди говорят то, что мусатов или каких-то точилок, кроме как там протяжные варианты, у них нету. Так вот, я хочу рассказать вам, потому что 90% людей, в принципе, не пользуются мусатами. Ну, судя по моим наблюдениям, да. Ну, возможно, он у них и есть, но они им не пользуются или они не умеют им пользоваться. Вот какие мусаты есть у меня на данный момент, да. Это, ну, недорогие мусаты. Это вот китайский мусат, керамический. Я его еще наждачкой доводил 800-й, чтобы убрать косяки на нем. Это мусат Романтина. Он полностью абсолютно гладкий, подходит для правки. Ну, не убитых таких, скажем, ножей, чуть-чуть подсевших, он гладенький, из какого-то металла каленого. Помогает добиться такой полупервозданной остроты. Это мусат от фирмы Victorinox. Вот этот вот карандашик я рекомендую, или что-то вроде него. Очень удобная вещь, как ручка переносится, да. Так вот, еще есть, можно сделать вот из кожи, вот как я склеил 3 линейки, обычные деревянные, склеил их и наклеил кусочки кожи. Здесь гладкий у меня, а здесь замшевый вариант, да. А есть вот такие готовые бруски от фирмы Профиль, продаются. Вот такие вот аккуратненькие, уже они по размерам такие приличные. Ну, типа для апексного формата, но я их не вставляю в точилку. Я вручную уже убираю заусенец на некоторых ножах, да. На эти бруски можно наносить вот эту вот пасту. Типа Диалюкс, Люксор. Пасту эту можно найти в интернете, можно в магазинах купить. Это как бы вот белая паста, она дает очень хороший блеск. Еще зеленая паста. Зеленая паста, она более универсальна, она чуть погрубее. Такая же вот, только зеленая. Так вот, друзья, если у вас чуть-чуть посел нож, да, его не режет бумагу, там, ну, к примеру, при тестировании и продукты, да, так как раньше, нет у него той девственной остроты, да. Ну, вот тоже уже подсел я на бумаге его, на коробках, на вскрытии упаковок подсадил. То есть, что мы делаем? Мы можем просто вот нанесли пасту, да, и как бы этот брусок у нас надолго хватит этой пасты, один раз нанесенный. И вот мы проводим таким методом. На зерно мы, на острие мы не вводим, потому что мы порежем брусок, как вот тут вот, да. И все, вот мы подправили, у нас и блеск для красоты, так сказать, и снимается мелкий заусенец. Также кухонные ножи, подсадили вы немножко, подсели они у вас. Просто берете мусат, который у вас всегда под рукой на кухне, и уже вот так вот на зерно аккуратненько давить сильно не надо. Вот видите, металл уже на поверхности. И тем способом, да, смотрите, что хочу сказать по данным ножам, кухонникам своим, да, ножи из пятерочки. Точил я его приблизительно, ну, месяца полтора-два назад, точно не помню, но давно точил. И чтобы держать ножи, зачем их постоянно каждый раз отдавать на заточку? Приобрели себе мусатик, да, и мусатиком правите ножи. Долго-долго. А когда уже конкретно у вас появились сколы, там, да,
обкостевые или замены такие серьезные, что уже после правки даже на мусате, да, он уже не становится острым, то тогда уже, да, тогда уже мы нож перетачиваем. И тем самым получается так, что вы заточнику, если вы относите на заточку ножи, отдаете их примерно раз в полгода, да, на заточку. Ну, от 3 там до 6 месяцев. И как бы это очень выгодный вариант. Один раз заточили вам, формировали кромку, да, и все, и ножички у вас постоянно поддерживаются такими вот мусатиками. Постоянно они в тонусе находятся у вас. Вот такой вот керамический. Они как бы не дешевые вообще керамические идут, но сейчас везде их полно. В интернет-магазинах и не только, да. На живых магазинах, типа Сибирский клинок. Поэтому знаете теперь, что есть способ после заточки ножей очень долго их не перетачивать. Тем самым беречь ножи, не стачивать постоянно металл и держать ножи в очень рабочем, остром состоянии.